Приветствую, друзья и зрители моего канала. Хотел показать станцию, которую давно искал. Хочу показать. Вот такой вот спутник назывался. Это радиостанция. Не знаю, можно назвать ее детской. Вот технические характеристики. Одна частота 27-140 в амплитудной модуляции, мощность 10 мВт. Вот, нашел я здесь по объявлению две таких станции. Человек мне их прислал. Вот, это вот были первые радиостанции, с помощью которых я вышел в эфир. Вот. Как я это сделал? Я поменял кварц, там один кварц задающий, 27-140, я поменял на 27-200. И вышел в эфир. И связался со своим соседом на 27 Гц. Радости моей не было предела. Это было просто счастье. Вот. Ну и потом пошло-поехало. А вот сейчас покажу, что в середине у нее. Я заранее открутил болты. И, по крайней мере, я так думал. Вот. Значит, по-моему, производилась она у нас в Запорожье. Скорее всего. Я так думаю. Либо радиоприбор, либо был такой завод-спутник. Обратите внимание, все усыпано по сути КМ-ками. Вот эти зелененькие КМ-ки, оранжевые. Не флажки, а именно КМ-ки. Вот УВЧ на полевике собран. Стараюсь показать сейчас. Вот у нас УВЧ на полевике. Вот. Одни КМ-ки. По сути, здесь две катушки. Линия согласования, катушка. И я так и не понял, что это. Питается от 9 вольт. Вот. Рабочая. УНЧ собран на К157 УД1. Сейчас я покажу, как это все дело работает. Значит, так. Включается. Здесь у нас можно тон давать, морзяночку. Это передача. Я сразу включу вторую. И это. Вот. Сейчас. Тест 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, раз, два. 1, 2, 3, 4, 5. В общем, как динамик. Также слышно на Ясане. Я пробовал, тесты проводил, все слышно хорошо. Тут получается динамик выполняет функцию динамика, и также он выполняет функцию динамического микрофона. Вот, я сталкивался уже с такими конструкциями. Вот такая вот станция. Ну, пойдет, естественно, одна пойдет в музей. Вот. А вторая, я думаю, скорее всего, она будет работать на маячке. Потому что предыдущий маяк не удовлетворил меня своей работой. Вот. И эта вторая станция будет выполнять функцию маяка. Ну, в режиме, естественно, CW, ну, то есть морзянки. Сейчас покажу, как это все звучит на Ясане. Момент. Так, вот у нас Ясан. Окей. Включаем. Вот дозиметр. Тест 1, 2, 3, раз, да? Вот такая вот простая станция. Вот. Я когда ее увидел, я так прям аж ностальгировать стал. Вот.
Так что, кому понравилось, ну, по крайней мере, в сети не было, в Ютубе ни одного, ни разу упоминания об такой станции никогда я не видел. Хотя искал. Так что, кому понравился, ставьте лайки. Кому ролик понравился, кому нет, не ставьте лайки. Вот. И всем спасибо за просмотр. Всем три, до свидания.